результат. Потому что смотри, у меня 2 хп, 1 хп, все. Ура! Прошел! 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 Ура! Наконец-то! Наконец-то! Капец, еле прошел просто, еле-еле. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник, и сегодня у нас года не прошло, я снимаю 5-ю часть Капхеда. В прошлой серии я снимал ее очень давно, мы убили дракона, который вон там, и вроде как убили еще птицу. В общем, в этой серии я постараюсь убить королеву пчел, и если получится, еще и вот этого вот пирата. Ну, возможно, его не получится убить, я убью кого-нибудь другого. Скорее всего, вот этого чувака, который в этом доме живет, его убить довольно просто. Ну, ладно, начинаем. Так, вот, сейчас я буду мочить ее. Так, первая стадия, это вот какой-то чел. Тут монтажа особо не будет, потому что, ну, а что можно смонтировать? Тут, ну, будет, наверное, пара неудачных дублей, может, кусками, и пара удачных. На этот дубль я не играл примерно в эту игру несколько месяцев, поэтому это еще нормально. Ну, сейчас будет еще пара неудачных и будет удачный дубль. Блин, не, все, это жесть. Это тут надолго. Ой, я уже представляю, как я этот ролик монтировать буду. Вот у меня реально вот все что угодно приятно монтировать, но уже Майнкрафт мне неприятно монтировать, потому что слишком много и долго. Да-да-да-да-да, вырезать дофига, слишком много крафтов, всего. Ну, зато играть очень приятно на этой сборке. Кстати, да, спойлер, через несколько серий, да, мы переходим в обычный мир. Да-да, в углу левом было. Да. Нет, я не путаю право-лево, нет, я просто это не смотрю, потому что я пытаюсь не сдохнуть. Ай, 3 хп, 3 хп. Так ты КС-ку запустить. А, ну да, замажет. Так все это знают, то, что у тебя ник. А, ну теперь все. Кому спасибо? А, окей, Валеру 2008 добавляйтесь. Я, кстати, эту валерьянку хотел изначально поставить на Аву, но потом поставил свою кошку. Так, все, у меня сейчас наиболее лучший результат. Потому что, смотри, у меня 2 хп, 1 хп, все. Ура, прошел, 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 ура, наконец-то, наконец-то! Капец, еле прошел, просто еле-еле. По факту, что, по факту, подписывайтесь. Ух. Да-да-да, C+, блин, оценка не очень, ну капец, я так устал, я уже думал, все, сейчас сольюсь, потому что на меня там два сразу летели дофига всего, а, жесть. Уф, мясо. Пойду и пройду театр, потому что он довольно простой. Я обосрался вначале. Но это, в принципе, довольно простой уровень с театром, я его много раз проходил, даже, по-моему, с первого раза как-то. Не, все, здесь надо смоук ставить. Так, стоп, выходим к карте и ставим смоук. Так, ну вроде все. Первая стадия пройдено.
Блин! А, я вторую стадию, кстати, почти прошел. Не, их всего 4, и последняя, кстати, очень быстро. Ну да, это легко будет. Вот, потянулся. Вкинулся и откинулся, да, е. Да блин, да они же снизу еще бегают, эти тварины. Почти. Блин, я не в ту сторону ульту сделал, я даун, все, я кончу, я конченый. Ох, ес, 2 хп, последняя стадия, надеюсь, ты справишься. Мистер Ник, не тупи. Из-за него. Ес! Ес! Ух, наконец! Наконец, да! Ух, наконец-то, ура, ура, ес! Это было очень сложно. Ух, жесть, жесть, жесть. Так, все. Уф, 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 жесть, жесть, жесть. Yes. Ну ладно, на этом я закончу эту серию по Капхеду. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока.